Вы сказали, что вам срочно необходим переписчик Нут. Но вы же женщина. Ты самая милая из всех, что у него были. Иди работать ко мне. Кто вы? Я Карл Ван Бетховен. Это вы воруете у него деньги? Это не кража. А что это? Помогая великому Бетховену в создании 9-й симфонии, она попадет в сложный и удивительный мир композитора. Историческую драму о последнем годе жизни Людвига ван Бетховена смотрите в воскресенье. Превосходно! Превосходно!